9 апреля овладели последним опорным пунктом обороны немцев на Земландском полуострове, городом и крепостью Пилау, крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море. Войска Первого Белорусского фронта перерезали все пути, идущие из Берлина на запад, и 25 апреля соединились северо-западнее Потсдама с войсками Первого Украинского фронта, завершив таким образом полное окружение Берлина. Западнее Берлина войска Первого Украинского фронта освободили из немецкого плена бывшего премьер-министра Французской Республики Эрио. На 25 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 82 самолета противника.